искра вот русской, вот что близко вот к какому-то такому страданию вот русскому глубоко. И вот люди наши это глубоко понимают. И еще я как художник очень люблю именно французскую живопись. Это вот весь 20, начало 20 века, где сформировались в Улье художники. И поэтому от всей души мне хочется вот подарить свою картину, которую я написал. И это такое путешествие моего дедушки. Мой дедушка самый старейший авиамоделист в нашей республике. И у него вот эти крылья и вот ваше творчество. Я хочу, чтобы вот как бы живопись и музыка, они объединились. И действительно, вам на долгую память подарить вот эту замечательную картину. Коллеги, организаторы нам разрешили снять момент вручения картины. Спасибо большое. Спасибо. И мы уходим. Да, спасибо вам большое. Да, я сейчас узнала. Большое спасибо.